Да, есть недостатки, есть минусы. Я всегда говорю, и здесь основной недостаток, который мы наблюдаем, который я как глава республики наблюдаю, это, конечно, попытки ухода от плановости. Почему? Потому что любое ведомство, если уходит от плана работы, тогда получается сумбур. Вот эти попытки надо искоренить аппарату правительства. И второе, это систематизация контроля за исполнительской дисциплиной. Вот два направления, которые аппарат правительства, я думаю, в ближайшее время выправит вместе с администрацией главы республики. В остальном мы наблюдаем, мы видим плюсы, минусы и зампредов, и министров. Где-то делаем замечания, где-то подправляем. Но в целом работа, она не провалилась, наоборот, работа подхвачена, и процесс идет в нужном русле.